В Дагестане резко возросло количество заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости COVID-19 в России превысил число предыдущей недели на целых 7%. Отметим, что рост числа заболевших зафиксирован в 44 регионах страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Российской Федерации. В особом риске заражения находятся следующие категории. Дети, пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Эффективной мерой профилактики является вакцинация на данный момент от гриппа и свиного гриппа. По словам замминистра здравоохранения Дагестана Раисы Шехсиновой, на сегодняшний день особенно за своим здоровьем следует наблюдать беременным для того, чтобы не допустить необратимых последствий. Это та категория населения, которая наиболее подвержена воздействию этих вирусных инфекций и в связи с тем, что у них снижение иммунитета наблюдается. В частности, у беременных снижение иммунитета – это физиологический процесс. Снижение иммунитета так заложила природа, чтобы у беременной сохранилась беременность. В организме происходят такие изменения, в связи с чем снижаются защитные силы организма. В других регионах России на сегодняшний день также зарегистрированы случаи заражения свиным гриппом. Для того, чтобы избежать роста заболеваемости данным вирусом, рекомендуется вовремя обращаться к врачу. У свиного гриппа такие же симптомы, как у обычного гриппа. Отличить их можно разве что ПЦР. Методом. В общественных местах носите маски, соблюдать гигиену рук и соблюдать дистанцию. Также призываю граждан не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться к врачу. По словам врача-эпидемиолога, в Каспийске уже зарегистрировано несколько случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошлую неделю. На данный период самой эффективной мерой профилактики в борьбе с COVID-19 является вакцинация.